Очередная жертва борьбы кареточной. Каретка закисла, ни хрена не откручивается. Сейчас будем ее сварочником приваривать. У нас есть вот куча таких огрызков бесплатных, электродов. Сейчас приварим, обварим, открутим. Что по велику могу сказать? Втулки под переборку. Петух завернула в спицы. Сломала петух, сломала переклюк. Полное восстановление. Полное восстановление. Стелса навигатора 610. В принципе, занимает это 5 минут, стоит на 100 рублей дороже обычному клиенту. То есть приварили вот эту историю, дальше берем любой старый ржавый шатун, и от того, что каретка нагрелась, охладилась, ну вот ручной она не идет, но по крайней мере мы на этот рычаг сейчас можем надеть трубу длинную и открутить намного легче, чем вот этим вот ключом, который срывает шлицы, понимаете? Соответственно, сейчас ВД-шка там тоже все это пропитает и открутится намного быстрее. И вот, в принципе, итог минут 10-15 примерно откручивания каретки. В принципе, у нас тут вот все нормально. Ну, немножечко срезало первые витки. Возможно, она была не по резьбе закручена изначально. Но теперь у нас будет тут новая резьба. И вот столько грязи, столько жира, столько вообще там нелепых каких-то мусорных отложений накопилось в раме за вот несколько лет эксплуатации. Так что не катайтесь в грязь. И вот, если закиснут у вас каретки, приезжайте, мы открутим их дешевле всех вообще в Твери. Велосипед полностью восстановлен. Закрутили каретку новую на промподшипниках. Все получилось, резьбу почистили. Все хорошо. Посмотрели втулки, поменяли трансмиссию, настроили передачи и скорости. Теперь все замечательно работает. Велосипед полностью бодрячком и готов к работе. Главное, следите за состоянием подшипников, проверяйте втулки в колесах, проверяйте втулки в каретке, в рулевой, потому что если начинает что-то где-то болтаться, значит что-то где-то не так, и желательно все это провести на обслуживание, чтобы мы могли отремонтировать и велосипед продолжил свое путешествие по этому городу.